Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, и у тебя будет хорошее настроение на целый день. С вами Глюк и Юрач. Да, ребята, всем пламенный привет. Что ж, давненько мы не играли вместе, но вот тут у нас вот Лего Брикрикс и что? Подожди, я обнаружил твою харю. Да-да-да, Глюк, кстати, давно не играл. Вот ты это добавил, что за нежная рожа, ты что такой милый, а? Самое прикольное, знаешь что, нажми F. Видишь свое лицо? Видишь свое лицо? Смотри. Фига себе, там крестики появились. Да, вау, ты сдох, братан. Охрененно. Слушай, и ты хочешь сказать, что с такой милой рожей ты будешь маньяком, да? А, ну да. У меня в паспорте так и написано, маньяк. Ну да, абсолютно похож на маньяка. Так, ладно, стой. Друзья, начинаем. Мой этот монстр уехал. Давай, беги, маньяк, за своим этим. Так, все, я сел. Короче, ребята, Лего-маньячок. Давненько мы не снимали, давненько не угорались. К сожалению, Антохи сегодня не будет, потому что он занят. Но, тем не менее, вдвоем тоже постараемся надрать Глюку задницу. Ты готов со всей задницу надрать? Да, конечно, я готов. Всегда люблю надирать себе задницу. Подожди, я даже уехал. О, нормально, в принципе, я на ходу. Слушай, а как ты живых остался, я не понял? Я не знаю. А у меня назад ездит этот монстр. А так тебе и надо. У меня вообще передние эти шасси как будто на развале, понял? Мы на стиле, мы на тюнинге, все дела, все нормально. Педро маньяк. Слушай, подожди, а как восстановиться так, чтобы тебя не чинило? А, У. У, окей. Либо Ctrl-U. Там разберешься. Так, хорошо. Надо хорошенько развернуться. Он не впишется вот в этот поворот. Нет, Ой, я хорошо еду, кстати. Ой-ой-ой, что это за дрифт? Нихера я угладал, смотри. У меня дрифтит все обычно, так что нормально. Ну, такой, очень медленный маньяк на самом деле. У меня, короче, тут вот какие-то эти есть, типа... Ай-яй-яй, тихо. Ускорители, но я не понимаю, нахера они нужны. Слушай, так это самолет же! Это самолет! Это самолет! Это у меня самолет сзади! А я думаю, что за реактивная хрень? У меня сзади получается просто самолет, который должен летать, как бы. А я себе колесо отломал, прикинь. Красавчик. Я тебя потерял, между прочим. Да я знаю, я тебя видел, как твою жопу. Жопу я видел. Слушай, а эта хрень будет летать? Может, я сейчас на самолете тебя этот ловить? Ну, может быть, попытайся. Так. Как... Потому что у меня уже 5 колес из 6, и как бы мне уже тяжко немножко. Так, пассажир. Да. Да не тебе. А, подожди, ты пассажир. Ты, короче, и пассажир, и пилот, и стюардесса, которая будет тебе кофе разносить. Все именно так и есть. Охренеть, смотри, самолет оторвался. Я не отрываюсь, я отстыковываюсь, подожди. Я не пойму, как оно летает. И вообще летит. Чего? Маньяк на самолете, серьезно? Пока. Оно управляет? Но... Оно не управляет, братан. Такой за... Я улетел, короче. Пишите письма, все, я разбился. Куда ты улетел? Ты здание таразишь. Не, я за город улетел, у меня все хорошо в этом плане. Нет, ты трахаешь здание. Прямо у меня на глазах. И на глазах всех моих подписчиков. Ой-ё. Так, значит, ты за мной подглядывал, да? Да, значит, ты из этих. Я понял. Я подглядываю, да. Иди сюда. Я такой. О, у меня для тебя игрушка есть. Вот это я еще красиво сделал. Какая? Вот, вот такая. Это анальное зондирование, подожди. Оставь себе анальные зонды для себя. Подожди, я хочу разобраться. Это ты там в здании трахаешь. Я всего лишь люблю смотреть на это. Оно должно управляться, подожди. Ну, по крайней мере, крутится, хорошо. Я понял. Жалко, ее нельзя кидать. Вот это было бы топово. Так. Ты даже сюда не заедешь. Тут можно от тебя бесконечно прятаться. Слушай, ну он довольно-таки медленный. Я единственное понять не могу, почему я по тебе пару раз проехал, а ты как бы этот, как бы тебе пофигу. Ну вот как ты очень неудачно проехал. И причем ты только один раз проехал. Кавабанга, мать вашу! Охренеть! Давай! А чё, крушение должно было быть? Не было крушения, ты ничего не видел. Было крушение, должно было быть эпичное крушение, а ты все обломал. Ничего не знаю, я, короче, реактивные двигатели самолета включил. Я забор оттрахал. Ну, отлично. Почему бы и нет?
Так, я дал... Слышь? Господи! Ну, оно, по крайней мере, неуправляемое, это уже хорошо. Это было, кстати, очень даже неплохо смотрелось, поэтому я думал, что, возможно, из этого что-то получится. Но нет. Да хорош поворачиваться, слышь. У меня же реактивные движки. Просто поверни, короче, и маньяк от тебя станет. Ты просто завернуть не можешь вообще. Как чё это в меня прилетело? Как тебе такое, Илон Маск? Вот это сейчас вообще неожиданно. Иди в жопу, а! Всё, едем. Господи. Подожди. Сколько у меня колес осталось? О, 4 колеса, ладно. Еще 4? Всего сколько было? Было 6. А в курсе, что у тебя ползадница, он валяется, светится просто? Ну да, нормально, хорошо. Так, окей. Ладно, у этого монстра хотя бы есть пушка, это меня уже радует. Видишь мою задницу? Видишь задницу? А теперь не видишь. Нет, я не вижу. А теперь не видишь? Не вижу. А вот сейчас опять видишь. Я пошел отсюда. Сюда. Слушай, я придумал фичу. Я придумал план мести. Да? Да. Ну давай. Я уверен, он тебе понравится. Что происходит? Где ты есть? Куда ты делся? Вверх, посмотри. В смысле вверх? Иди в жопу! За ВДВшник, а? За ВДВшник. Слушай, у тебя переднее колесо лишнее, братан. Стой. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Что происходит? Тебе плохо. Хрюстон, у нас проблемы. Во. Все. Хрюстон. Я пошел. Какой Хрюстон, братан? Я не могу убежать. Где я? Я замаскировался под мусор. Ты только что сидел в сидушке, алё. Да, сидел. А теперь я спёр твою тачку. Или не спёр. Как ей управлять-то, господи? Я не знаю. Как ты ей управлять? Она не едет. О, глюк убился, всё хорошо. В смысле? Как я убился? Это, короче, этот, антифейс. Ну, короче, друзья, это получилась одна из самых странных наших маньячных разборок. Да-да-да, но я думаю, что машинку-маньячку надо поменять, потому что это просто дикий ужас. У меня или у тебя? Ну, нет, я там возьму себе что-нибудь нормальное, на чем удирать, а вот ты себе подыщи другую машину, а то это вообще не едет. Ну да, это слишком медленно, да что с тобой не так? Буй! Я. Буй, действительно буй. А что я не попал? Ладно. Я могу у тебя там стоять спокойно, мне вообще посрать. Ну, кстати, да, что-то очко больно широкое. Сразу видно, ты не... О, смотри, кабриолет сделал. Юрыч сделал мне кабриолет. Сразу видно, ты там не первый был в моем очке. Ужас. Да в очке транспорта. Да что ты, зачем ты мне кабину оставил свою? Господи. Мне нафиг твоя кабина не нужна. Взял, оставил мне кабину. Минус елки. Ладно, ребята, вот такой первый заезд. Короче, маньячок кое-как смог все-таки нигилировать свою жертву. Но, тем не менее, надо все-таки реабилитироваться и постараться выжить. Ну что, готов? Да. Глюк готов, как я сразу спросил, готов, бам! Короче, я на трехколесном вот таком вот прикольном, даже не знаю, что это. Я знаю, что это байк. Ну да, конечно, Юрач байкер. Ты не стреляй так в упор, пожалуйста. Да? Ты уверен, что я попаду в тебя? Я уверен, что если ты попадешь, господи, это будет жестко. Это было близко. А чё ты такой медленный? Я не знаю. Это твоя максимальная скорость? Серьезно? Слышь, а чё у тебя ракеты не летают прямо, а? Воу-воу! Я ракету отбил! Так в том ты и что они не летают прямо! Эй, куда ты бёс? Вот это сейчас подстава была, у меня 3 ракеты осталось. Ну, ракеты можно и перезарядить. Господи! Ну да, можно. Господи! Прямо подсрай. Блин, это такой топ. Слушай, давай еще, хочу еще. Не-не. Это просто... Вот этот багги, который у тебя, он вообще имбовый, он реально прикольный. Ну, на нем прикольная погоня. У тебя, правда, мотоцикл какой-то очень медленный. Я даже, по-моему, тебя могу обогнать сейчас. Ну, багги, она просто топовая. Просто даже без ракет такой. Нет, без ракет я идиот. Хорошо, мне это радует. Так, у меня на мотике самое главное не скорость проблема, а проблема в том, что когда в поворот входишь, он просто у меня прыгает, как гармошка. Здорово. Я тоже!
Это было хорошо. Что ж такое? Салют из бобров. Салют из бобров, отлично. Так, погнали. Господи. Четко вообще прям бах-бах попаданий был какой. Месть. Больно. Блин, он у меня неуправляемый, но он такой прикольный. Садись в люльку, прокачу. Погоди, я хочу все-таки тебя без ракет попытаться догнать. А, ты меня хочешь затаранить? Ну, кстати, если ты меня врежешься, да, ты взорвешься, наверное. Ну так круто, я круто говорит. Ни хера не круто. Жить хочу. Аллах Акбар, ёпта. Оба. Ой, стой, стой, ну куда он там был? У меня, короче, если он падает, то он падает нормально, братан. За ВДВ? Не, я не ВДВшник, братан. О, смотри, я даже не сломался. Я не ВДВшник, братан. Нет. За DVD. Господи. Посмотри, у меня колеса отлетели, а байк остался, в принципе. А у меня осталась кабина. Да, я видел, кстати. Короче, Глюк хотел машину побыстрее, но он сам напросился, ребята. Вот сейчас мы ему покажем, что такое настоящая скорость. Вот это побыстрее, значит, да? Да. Нифига себе! Тебя устраивает все? Ты чё такой быстрый? Братан, вот едь просто по кругу, я сейчас тебя догоню. Я вот чисто по кругу еду. Короче, я еду сейчас. Я не умею ездить по кругу. Господи, минус Глюк. Она, короче, ездит 350 на первой. Серьезно? А вот и я. А еще у нее самый прикол в том, что она может по стенкам вверх ездить. Даже настолько все? Все настолько круто. Ох, вот это я сейчас круто завернул. Здравствуй. Ладно, у меня есть ракеты, так что я тебя заманьячу сейчас. Заманьячу? Я тебя сейчас как отманьячу. Мы сейчас будем троллить маньяка. Воу! Хорош тебе. Блин, как там близко было, близко пролетело. Ага, я попался. Слишком низкий, братан. Блин. Давай, давай. Почему у меня холостые ракеты какие-то попадают? Не знаю. Воу-воу-воу! Как ты не рванул? Я не знаю, она если бы сдетонировала, то я бы как бы улетел. Мне повезло, она перед бампером прям прошуршала. Они какие-то холостые у меня. Кто мои ракеты заряжал? Перед носом. Да ладно! Господи, ты видел, у меня машина на дыбы встала и последние ракеты прям не евро. Я не понял, кто здесь араб? Араб-то я? Господи. Да ладно! Ты это видел? Я так тебя не разрушил. Ты меня разрушаешь, а я тебя не разрушаю. Это я маньяк, ты должен убегать, должен в ужасе кричать. А, помогите, Глюк атакует. А, помогите, Глюк атакует. Глюк, сейчас скажешь, Глюк самый сексуальный маньяк в мире? Нет. Я сексуальный. Да блин, не прокатило. Так, что ты делаешь? Криво. Попал она почти. Она даже просто по прямой не стреляет. Ракеты мимо меня пролетают, ты понимаешь, они мимо меня пролетают. Ой! Под машиной ракета пролетела. Еще раз ракета под машиной. У тебя просто бампер слетел, я ничего не запускал. А почему я... Ты видишь, что... Я не знаю, как... Да! Я не знаю, как это работает. С такого расстояния-то, конечно. Блин, ракеты под машиной просто летали, охренеть. Смотри, что умеет, смотри на небоскреб. Если она поедет. На небоскреб? Охренеть. А ты горишь. Почему? Не знаю, ты горил, горишь и... Короче, если вот так вниз ехать, то она прям по небоскребу должна ехать. Это... Понятно. Это арабский дрифт. Видел, как умею? Офигеть. Всем пока. Больше не подглядывай. Она, короче, вообще реально имбовая, она прикольная, потому что в каньоне, когда она не каталась, она прям по каньону вверх поднималась. Тут просто стена 90 градусов, в этом и проблема. Ищу свою жертву. Эй! Слышь! А, ну... А... Хорошо. Я выполнил свою миссию. А чё небоскрёб не падает, алё? Ты куда собрался? Вот. Едите! Уходите! Джбоньк! Минус Глюк. Все нормально, все хорошо. Что ж, ребята, вот такая сегодня была серия. В принципе, довольно-таки угарно пофанились. Маньячок, как всегда, оказался злым и страшным. Да я всегда злой и страшный. Всегда? На, получи. Господи! Да. Я же говорил, что я злой и страшный. Так. Теперь я изнасилую труп твоей тачки, и я счастлив. Я, кстати, я могу взорвать даже пистолетом, так что... Счастливы вместе, это не тот сериал. Ой, все, я уехал. Я укатился просто. Ладно, ребята, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и все ссылочки в описании под видео. И всем пока-пока.